согласитесь, что откачка не совсем чистой воды из подвала – это не самое приятное занятие. Вот поэтому компания «Электромотор» настоятельно рекомендует приобретать специальные дренажные насосы. Сегодня мы с вами рассмотрим фекальные насосы от польской компании «Оптима». Фекальный насос «Оптима VQD-1015». Итак, давайте поближе ознакомимся с фекальным насосом «Оптима VQD-1015». Этот насос предназначен для перекачки фекальных, сточных и сильно загрязненных вод. Обращаем внимание, что это насос с поплавковым выключателем. Материал корпуса и рабочего колеса – это чугун. Конструкция рабочего колеса открытого типа позволяет перекачивать частицы, не загрязняя насосную часть. Мощность двигателя 1300 Вт, максимальная продуктивность до 10 000 литров в час. Максимальная температура жидкости, что перекачивается, 40 градусов. Максимально допустимый размер частиц в воде 55 мм. Максимальная густота жидкости 1100 кг на кубический метр. Максимальное количество включений за 1 час 30. Максимальная глубина погружения 5 метров. Диаметр выхода 2 дюйма и вес насоса 20 кг. Насос устанавливается на твердую ровную поверхность, либо может подвешиваться под специальную ручку. Перед эксплуатацией насоса обязательно ознакомьтесь с инструкцией на украинском языке. И помните, что компания «Электромотор» предлагает только самое лучшее. Компания «Электромотор» предлагает достаточно широкий ассортимент на любой вкус, на любую ценовую политику. Найти нас очень легко. Мы находимся в Киеве, Лесной проспект, 39А. Либо звоните 044-530-38. С вами была Татьяна. Берегите себя!